Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Как стало известно «Экспресс-газете», 77-летний актер театра и кино Александр Филипенко всю прошлую неделю провел в одной из больниц Москвы. Он остается там и сейчас. Мэтра госпитализировали с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. Усугубляет ситуацию и то, что у Александра Георгиевича хронические проблемы с сердцем, а коронавирус, как известно, дает осложнения на все органы. Врачи делают все от них зависящее, чтобы спасти артиста, но уровень сатурации крайне низок. Также имеется высокий процент поражения легких. В ближайшие часы, как сообщают некоторые СМИ, Филипенко переведут на аппарат искусственной вентиляции легких. В театре имени Моссовета Филипенко играет в постановках Андрея Кончаловского. Александр Георгиевич – один из любимых актеров режиссера и мужа Юлии Высоцкой. Она также выступала на этой же сцене. Филипенко много снимается в кино. Последняя роль на данный момент – это Брежнев в фильме «Чемпион мира». Также он известен публике как один из самых остроумных актеров. Он активно выступает с разными чтецкими программами, а также запомнился зрителям в роли Азазелла в экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас Филипенко женат второй раз, у него трое детей. Мы желаем Александру Георгиевичу полного выздоровления и скорейшего возвращения на сцену. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь, а также жмите на колокольчик. Удачи!